Всем привет-привет, ребятушечки! Меня зовут Устина, вы на канале Устин ТВ. А к нам с Устином пришла посылка из Китая. Да. Устин, правда, не знает, что это, я держу в секрете, но это то, что он очень-очень хотел. И мы сейчас узнаем и посмотрим на реакцию Устина. На самом деле ли он хотел, или он меня просто обманывал? Только не ломай, не дёрн, а может поломаться Устин. А где надо? Стой, давай, откуда ты сейчас порежешь и ты испортишь все. Давай, пока сдеру наклеечку. Потом ты уже будешь сам открывать. Но это то, что ты хотел. Нет. Так. Чтоб не порезать их, а то обидно. Ждали аж 2 месяца, 60 дней с Устином, 60 дней ждали. И вот таки, наконец-то, опа, это пришло. Что это? Это кто? Открывай, смотри. Сюда? Да. Что? Это орел? Орлиные перья! Спасибо! Да, покажи, что там. Ой, так, сейчас я открою, мы посмотрим поближе. Палочку такую запаковали, чтобы они не согнулись. Класс, надо потрогать. Конечно, надо. Я сам никогда не видел. Да. Таких перьев орлиных никогда. Да, у меня только лебедь. Лебединый, да, вот. Орлины. Ну, орлиная больше вроде. Подаришь мне одно? Да. А все? А? На, доставай. Еще? По-моему, 10 штук их. 10? Вроде да, первая. Пёрышко. Второе. Они, наверное, немножко не разные или не одинаковые? Разные. Ну, немножко по этой, по... Вообще, наверное, с одного орла все. Джук, джук, джук. О-о-о. Можно даже этот вверх, слышишь, сделать такой. Чтоб летать. Ага. Пахнуть чем понюхай? И чем? Пахнуть или нет? Нет. Нет. Там, а без этого, чтобы запаха не были. Ну, вот такая посылка у нас, Устина. Да. На этом наше видео подошло к концу. А кому понравилось, ставьте лайк. Забудьте подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока. Всем пока-пока.